Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Мы недавно завезли новый бренд, это Toyota Gazoo Racing, спортивное подразделение концерна Toyota. Раньше это был TRD, Toyota Racing Development. Помните, раньше значки были такие TRD, но они сейчас встречаются очень часто. Gazoo Racing, вам может встретиться значок, например, там на новых камрюхах, которые приспортивленные типа. В общем, это спортивное подразделение Toyota, соответственно, оно под своим брендом выпускает и в Японии, и в Европе моторные масла. Об этом чуть подробнее. У людей очень много вопросов возникло, когда мы завезли эти бренды, этот бренд вернее. А почему столько стоит, почему только 0,30, куда можно заливать, куда нельзя и так далее. Если мы будем заливать его в приору, станет ли она суприорой или в корову, станет ли она суприролой. Многие думают, что он только для супра и так далее. Нет, давайте разбираться по порядку. В Японии Gazoo Racing, у него линейка достаточно такая небольшая. Есть Circuit. Это дословно переводится как цепь 0.16 и 0.20, Circuit выпускается в двух вариациях. Есть линейка Endurance или выносливость, переводится, она выпускается тоже в 0.20 варианте в одном. Вот. Есть вариант, собственно говоря, который мы завезли, это вариант называется Touring 0W30, еще 5W40 существует Touring, но мы его не стали возить, потому что как бы, он не очень востребован. Эти продукты мы везли по просьбам наших клиентов постоянных, они сделали предзаказы, причем достаточно большие предзаказы по количеству, поэтому мы везли уже конкретно под клиентов, и у нас еще очень много осталось. Мы везли, например, там, палету целую 0.30, вернее, палету целую 20-ок. Это ну, достаточно много, причем из них половина, больше половины, вернее, это было у нас уже все расписано под предзаказом. Куда заливается, куда можно заливать, куда нельзя. Заливается в движки 8AR FTS, если не ошибаюсь, это крауны, некоторые варианты клюгеров и так далее. Точно машины, в принципе, достаточно распространенные. Можно заливать 8NR FTS, это, если не ошибаюсь, Auris, Toyota CHR. Вот, ну, в принципе, машины, которые у нас, в общем-то, ездят, да. Это не чисто такое масло утилитарное, конкретно для какого-то определенного автомобиля. Это вот масло для, в принципе, широкого спектра автомобилей. Почему мы его выбрали именно 0.30 из-за этого? Потому что оно такое более широкого спектра. Вообще, Touring переводится как туризм. Вот помните, такие машины были, например, у меня был, по-моему, Cedric Gran Turismo. Вот. Очень машины, в принципе, такие распространенные, которых можно передвигаться там ежедневно и везде ездить, туристировать. Что касается цены, цена на продукты на эти в Японии в два раза примерно дороже, чем на обычные стандартные продукты тойотовские. Где производятся? Производятся они там же, где и Toyota. В частности, этот продукт конкретно производится на Eneos Holding, это заводы EMG, SM Mobil General, бывшие, вот, не тот Eneos, не путайте с Eneos корейским, который нам привозят с Мичанга, это совершенно две абсолютно разные вещи, никак не связанные. Вот, те же самые заводы производят, есть на эти продукты TDS-ки, SDS-ки, вернее, я размещу в описании к этому видео ссылочки, можете сами почитать, там информацию и так далее. Что интересного в данном конкретном продукте 0W30? В отличие от линеек других Circuit, в отличие от Endurance, его можно использовать на пробегах до 10 тысяч километров. А на Circuit и на Endurance рекомендация до 5 тысяч километров. Самими японцами. Понятно, да, что это немножко можно преувеличивать чуть-чуть, эти пробеги, но тем не менее, вот, продукты можно использовать по рекомендациям самих японцев до 10 тысяч километров. Что еще интересного? А он существует у нас в литровых канистрах, продается в 4-литровых канистрах и 20-литровых канистрах. Это все есть у нас в нашем магазине на Озоне. В частности, там цены маленько выше, поэтому, если вам интерес какой-то есть к этому продукту, можете к нам напрямую звонить. 8 800 550 5722. Скорее всего, будет выгоднее покупать у нас напрямую с нашего склада. Ну, посмотрите, в общем, на Озоне, в принципе, он тоже уже у нас есть. Сегодня мы добавим еще и очиститель инжектора, тоже Gazoo Racing. Такой вот. Сколько он стоит, не буду даже говорить, дабы не травмировать психику некоторых людей, которые и так у нас расшатаны сейчас в последнее время. Почему столько стоит? Это просто обычный очиститель инжектора. Не знаю, мы ради прикола его завезли, потому что наверняка он продаваться будет час по чайной ложке, но тем не менее, если у кого-то есть там интерес, можете купить. Он предназначен для универсальной обычной очиститель инжектора, не конкретно для какого-то автомобиля определенного спортивного, нет, просто обычный очиститель инжектора.
стоит капец как просто. Вот. В общем, ценники, они не просто завышены какие-то, это ценники, они основаны на том, почем мы закупаем и в Японии, соответственно, и возим в Россию, это все очень стоит дорого. Вот, поэтому, если у кого-то есть желание, звоните, пишите, все это есть у нас в наличии. Единственное, что по двадцаткам осталось немного, двадцаток там буквально, наверное, штук 7 где-то около этого, но тем не менее мы сейчас будем еще возить, потому что у нас по повторному кругу люди уже делают предзаказы, поэтому мы, наверное, через месяца полтора-два еще везем двадцатки. Дополнительно будем думать насчет того, чтобы ввести 540, тоже есть предзаказы по этим продуктам. Ну, подумаем, еще не факт, что мы будем их завозить, как бы еще надо помозговать. В общем, как-то так, продукт интересный, конечно же, процентов 90 в этой цене это маркетинг. Понятно, разумеется, само собой, что продукт этот, как бы там, он не обладает какими-то волшебными свойствами. Но, тем не менее, как бы для людей, которые стараются для своего автомобиля покупать самое лучшее, как бы вот есть у вас такой шанс. Вот. Как-то так. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики. Напомню, что все ссылки на наши магазины, на Озоне, на Wildberries, наши телефоны, наши адреса будут в описании к этому видео. Всем пока!